Ватерпольный клуб «Югра» с победы начал второй тур чемпионата России. Накануне в Ханты-Мансийске состоялись первые игры. Нашим ватерполисткам противостояла молодежка из города Киришехине-2. Соперник был не самый серьезный, «Югра» показала, кто в доме хозяин. Уже в первом игровом отрезке наши девушки добились комфортного преимущества. Итоговый счет 15-8. 6 раз поразила ворота гостей новичок команды Маргарита Пыстина. Сегодня наши ватерполистки проведут второй матч тура. Также свой первый домашний матч сыграл молодежный состав югорчанок. Кинев «Сургутнефтегаз» разгромил сборную «Югры» со счетом 8-34. 2 очка в этой игре мы взяли. Результат, честно скажу, совсем недоволен. Содержанием недоволен. Ну, будем надеяться, первая игра. Дома, конечно, здорово играть при поддержке своих болельщиков. Но, наверное, сделаем акцент на то, что волновались перед первой игрой, давно дома не играли. Но перерыв был большой после тура.